Вторая причина, то есть уменьшение веры, аль-гафляту валь-и'раду ван-нисян. Это беспечность, пренебрежение, то есть знамениями Аллаха Субхану и также забывчивость. فإن هذه الأمور الثلاثة سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان. Поэтому шейх говорит, что эти три вещи из величайших причин, которые ослабляют веру. فمن اعترته الغفلة وشغله النسيان وحصل منه الإعراض نقص إيمانه وضعف بحسب توافر هذه الأمور الثلاثة فيه أو بعضها. Говорит, и поэтому, то есть человек, то есть насколько, то есть человек проявляет беспечность, забывчивость и хорошо и отворачивается от знамений, то его вера непременно ослабевать будет настолько, насколько сильно им овладевают эти три качества, или же хотя бы одно из них. وَأَوْجَبَتْ لَهُ مَرَضَ الْقَلْبِ وَمَوْتَهُ بِسْتِيلَاءِ الشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ عَلَيْهِ. То есть и это станет причиной, субханаллах, того, что, то есть он хорошо, то есть заболеет, или же, то есть его сердце, или же даже погибнет, будучи охваченным низменными страстями и сомнениями. То есть либо же, то есть какие-то, то есть скверные страсти будут у него, хорошо, то есть запретные, или же, то есть его сердце покроется сомнениями и заболеет, или же погибнет вовсе. Аллаху мустан, просим Аллаха субхану тааля, то есть уберечь нас от этого. Что касается, то есть аль-гафля, хорошо, то есть аль-гафля — это что такое? Это беспечность, забвенность, когда человек, то есть как-то в забвении, неинтересно ему просто. Вот он по своим делам, ну как бы есть что-то там, я слышал, что-то ислам, что-то Аллах субхану тааля повелевает, ну да, я как бы в общем мусульманин, что-то там я иногда даже молюсь, бывает там и так далее, ну как-то это все не мое. Хорошо. Говорит, فقد ذمه الله في كتابه. Аллах سبحانه وتعالى порицал, то есть эту беспечность, то есть забвение в своей книге. وأخبر أنها خلق ذميم من أخلاق الكافرين المنافقين. Сказав, что это скверный нрав из нравов неверующих и лицемеров. وحذر منها سبحانه وشد التحذير. Аллах سبحانه وتعالى сильно предостерегал от этого. Сказал Всевышний Аллах سبحانه وتعالى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولا Говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Здесь, братья, смотрите, очень важно, то есть о чем говорят ученые, небольшую такую пометку сделал, то есть важное указание ученых на то, что вопрос перевод Корана невозможен. Нельзя, не сможешь ты никогда перевести Коран. Перевести можно что? То есть толкование некоторых смыслов. Какие-то смыслы можно перевести, и не всегда это будет правильно. То есть и поэтому известно, что у нас, то есть в русском языке обычно, то есть самый известный перевод — это перевод Кулиевский, также перевод, то есть из более-менее, то есть нормальных переводов. А также есть еще какие-то, но в любом случае, то есть это самый известный. И здесь он переводит, говорит: «Мы сотворили для гиенны много джиннов и людей». Это не совсем точный перевод, потому что здесь ли джаханнам, лям, здесь лямуль акиба, то, что называется в арабском языке, то есть лямуль акиба. То есть значение этого аята: «Валякад дарана ли джаханнама, ай акибатухум джаханнам, кафиру миналь джинни валинс». То есть мы создали много людей и джиннов, итогом которых станет вход в огонь. Не значит, что Аллах субхану тааля изначально создал их, чтобы они зашли в огонь. Нет. Он их создал для того, чтобы, то есть, они совершали деяния, как и другие, но итогом их станет что? Итогом их станет то, что они зайдут в огонь. И поэтому будет правильно сказать, то есть мы сотворили множество джиннов и людей, итогом которых будет адский, то есть огонь. Хорошо, то есть и говоришь дальше: Аллах субхану тааля, у них есть сердца, то есть и причина какая этому, то есть по причине чего их итогом станет огонь. Ведь у них есть сердца, которые не разумеют, глаза, которые не видят, уши, которые не слышат. Они подобны скотине, даже более того, они еще более заблудшие. Именно они являются беспечными невеждами, говорит Всевышний Аллах субханаху ва тааля. Уляйка хумуль гафилун, говорит Аллах субхану тааля. Гафилун, то есть они пребывают в забвении, они, то есть беспечные люди. То есть они по причине чего они войдут в огонь? Потому что у них сердца, которые не разумеют, глаза, которые не видят, уши, которые не слышат. И почему у них сердца, которые не разумеют, глаза, которые не видят, уши, которые не слышат? Потому что они в беспечности. Да им не интересно это просто. Им это просто неинтересно, валлаху мустаан. Также Всевышний Аллах субханаху ва тааля говорит: «Инна ллядина ля йарджуна ликаана ва раду биль хаяти ддунья ва тмаанну биха, валлядина хум ан аятина гафилун, улаика мауахум ан-нар бима кану яксибун». Говорит Всевышний Аллах субханаху ва тааля: «Воистину тем, которые не надеются на встречу с ним, с нами, то есть Аллахом субханаху ва тааля, довольствуются мирской жизнью, удовлетворяются ею, а также тем, которые беспечны к нашим знамениям, пристанищем их, то есть этих людей, будет огонь за то, что они приобрели». То есть за их деяния они будут что? Введены в огонь, в Аллах мустан, ввергнуты в него. Также Аллах субханаху ва тааля сказал: «Ва инна кафиран мин ан-наси мин ан аятина ла гафилун». И поистине очень множество людей беспечны по отношению к нашим знамениям. Также Аллах субханаху ва тааля сказал:
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Они знают о мирской жизни только явное, и они беспечны к последней жизни. То есть то, что мы, помните, говорили вам, приводили вам пример, то есть тафсир этого аята Хасан аль-Басри, что одному из людей положить на пальчик динар, и он скажет, есть ли в нем примесь или нет, сколько его точный вес и так далее. Но если спросить о чем-то из религии Аллаха субхана ва тааля, он не знает, он знает не больше, чем его домашний осел. Аллаху мустаан. Также посланник алейхиссалату, также Всевышний Аллах субхана ва тааля, обращаясь к своему посланнику алейхиссалату вассалям, сказал: "Вазкур раббака фи нафсика тадарруан ва хифа дун ва дун аль-джахри мин аль-каули биль-гуду валь-асаль ва ла такун мин аль-гафилин". Говорит Аллах субхана ва тааля: "Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и негромко по утрам и перед закатом, и не будь одним из беспечных невежд". Так как тот человек, который оставляет поминание Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, это человек беспечный, беспечный невежда. Это человек беспечный невежда. Аллаху мустаан. Поэтому посланник, алейхиссалату вассалям, когда человек пришел к нему и сказал, укажи мне на такое дело, которое я буду совершать, посланник, алейхиссалату вассалям, сказал ему, ля язалю лисанука ратбан мин дикрилля. Пусть постоянно твой язык будет влажным от поминания Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Следующее это у нас что? Аль-и'рад. Аль-и'рад, хорошо, то есть это что у нас? То есть это что касается, то есть аль-и'рад это что значит? То есть здесь он перевел как пренебрежение знамениями. То есть не совсем аль-и'рад это отворачиваться от знамения Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Пренебрегать, можно сказать, пренебрегать ими. То есть отвернуться им. То есть аль-и'рад это значит что? То есть отвернуться, дать спину кому-то. Говорит, فقد أخبر الله في القرآن الكريم أن له آثارا سيئة كثيرة وعواقب ونتائج وخيمة. То есть говорит Аллах Субхану Тааля в Коране о том, что, то есть отворачиваться от знамения, от аятов Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, от его религии, то есть у этого очень-очень скверный итог. То есть из этого, из примеров подобного, أن الله وصف المعرض بأنه لا أحد أظلم منه. Аллах Субхану Тааля описал того, кто то есть, отворачивается от Божьих знамений, то, что он то есть, самый несправедливый из числа людей. То есть и нет никого, кто был бы более несправедливым и грешен, чем он. Васаф Убианну Мин Аль-Мужинмин описал его тем, что он из числа грешников. Сказал Аллах Субхану Тааля, «Уман азляму мимман дзуккира би аяти раббихи, тумма а'рада анха, инна мин аль-мужримина мунтакимун». Кто же может быть несправедливее того, кому напомнили об аятах его Господа, и после этого он отвернулся от них, поистине мы отомстим грешникам, говорит Аллах Субхану Тааля. Также, говорит, «Ихбару Аллахи аннал му'рида яджа'алю Аллаху аля кальбихи акиннатан ва акфаля». Субхану Аллах, это очень страшно. Также Аллах Субхану Тааля сообщил, что на сердце человека, который пренебрегает аятами Аллаха Субхану Тааля, отворачивается от поминания его, отворачивается, то есть от изучения религии, Аллах Субхану Тааля накидывает на его сердце покрывало и вешает замки, вешает замки. فلا يفقه ولا يهتدي أبدا, и поэтому он не будет ни понимать, никогда не будет следовать. И ты удивляешься иногда, субханно, некоторым людям ты приводишь очень логичные доводы, разъясняешь им, мусульманин, особенно мусульманин, когда ты ему разъясняешь о том, что недозволено, то есть вводить какие-то новшества в религии, то есть то, что нельзя ни в коем случае поклоняться кому-то, кроме Аллаха, ах, это понятно, то есть нет ничего, чтобы я тебе сказал каком-то, то есть на хорошо, на каком-то мазандарамском диалекте там или еще что-то, я тебе сказал что-то, что ты понимаешь, на твоем языке, хорошо, и ты понимаешь это. И вместе с этим человек что? Идет и субханно принимает, то есть все равно, то есть отворачивается от этого. Почему? Что на его сердце покрывало, пелена на его сердце, то есть замок, валлаху мустаан, и никто не откроет этот замок, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Аллах субхана ва тааля сказал: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Кто может быть несправедливее того, кому напомнили о знамениях его Господа, а он отвернулся от них и забыл то, что совершили его руки. Мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не постигли его, то есть Коран, а их уши поражены глухотой. Если даже ты призовешь их на прямой путь, они никогда не последуют прямому пути, в Аллаху мустаан. Также говорит أَنَّ يَعْرَضَهُ يُسَبِّبُ لَهُ عَيْشَةَ الضَّنْكِ وَالضَّيِّقِ دُنْيًا وَآخِرَةً. То есть также, то есть отворачивается, то есть когда человек отворачивается от поминания Аллаха Субхану Тааля, от его аятов и так далее,
Это самое, то есть этим самым он обрекает себя на тяжкую и бренную жизнь, как в этом мире, так и после смерти. То есть у него будет, то есть тяжкая жизнь. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Умен а'рада ан дикри, фа инна лахум аишатан данкан». Поистине, то есть тот, кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь. «Ва йоум аль-киямати», говорит, «ва нахшуруху йоум аль-киямати а'ма», в судный день мы его воскресим, хорошо, слепым. Воскресим его слепым. Да. То есть что значит слепым? То есть Аллах Субхану Тааля говорит, когда человек скажет, то есть значит ли это, что слепой на этом свете будет слепым на том свете? Нет, слепой имеется в виду, что то есть слепой хорошо, то есть говорит, как некоторые мудрецы говорили, то, что слепой человек — это не тот, кто потерял зрение, а тот, кто потерял зрение сердца. Тот, кто не видит своим сердцем, не видит правильное, и то есть не совершает его, и не видит скверное, и не отстраняется от него. ومنها إخبار الله سبحانه أن المعرض عن ذكر الله يقيض له القرناء من الشياطين فيفسدون عليه دين الله المستعان. Просим Аллах Субхану Тааля уберечь нас от всего этого скверного и ужасного. Аллах Субхану Тааля поведал о том, что шайтан становится неразлучным спутником того, кто отворачивается от поминания Аллаха Субхану Тааля и губит его религию. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Поэтому Аллах Субхану Тааля сказал к тем, кто отвращается от поминания Аллаха Субхану Тааля, мы представим шайтана, и он станет его, то есть товарищем, постоянно будет, то есть его товарищем. Аллаху мустаан. Также Аллах Субхану Тааля сказал: «Ихбару Аллахи би анна аль-му'рида», говорит шейх, точнее, «Ихбару Аллахи би анна аль-му'рида яхмилю йом аль-киямати визра, ва аннаху яслюку аль-азаба ас-сад». Ас-суад, точнее, ас-суад. Говорит Аллах Субхану Тааля также, что, то есть, говорит, то есть, что Аллах Субхану Тааля сообщил, что в судный день такой человек понесет бремя своего греха и также будет подвергнут тяжким мукам, как Аллах Субхану Тааля сказал: «Вахад атайнака мин ладунна дикра, ман а'рада анху фа иннаху яхмилю йаум аль-киямати визра». То есть мы тебе, то есть, дали, то есть, поминание, ниспослали тебе поминание, имеется в виду Коран, и тот, кто отвернется от него, такой человек понесет бремя этого в судный день. И также Аллах Субхану Тааля сказал: «Умай юрид ан дикри раббихи яслюкху азабан саада», говорит, то есть тот же, кто, то есть, отвернется от поминания Господа своего, такого он вергнет Аллах Субхану Тааля в тяжелые, в тяжкие мучения, в Аллаху мустан. Затем последнее, что касается забывчивости, то есть человек, когда забывает. «Вагуа таркуль инсани забта мастудия». То есть что такое забывчивость? Забывчивость – это оставление человеком то, что было ему верено, хорошо, то есть «имма ли дафи кальбихи ва имма ангафля», то есть либо же по причине слабости своего сердца, либо же потому, что он просто забыл. Просто он забыл или же, то есть, относился к этому беспечно. «Ва имма анкасдин хатта яртафиа аниль кальби викру», то есть или же он специально пытался забыть таким образом, чтобы, то есть то, что мы называем забыть, нарочно забыть. То есть я пытаюсь что-то забыть, когда говорят человек, хорошо, не напоминай мне об этом, я пытаюсь это забыть. И поэтому, то есть у этой вещи очень, то есть, большой отголосок находит, хорошо, в вере человека. И говорит шейх очень важного: «Нисян улятиджа зикру фил Куран иль Карим аля навайн». То есть нисян, забывчивость, которая приходит в Куране, двух видов бывает. Первое – «науун ля юазару фи иль инсан». Первое – это то, в чем не оправдан человек, не оправдывается человек по поводу такой забывчивости. «Вагуа ма кана аслюху ан таамудинми». То есть это то, что изначально шло от него. То есть он был причиной тому, что он забыл что-то. «Валя такуну каллядина насуллаха фансахум анфусам». Поэтому Аллах Субхану Тааля сказал: «Не будьте подобны тем, которые забыли об Аллахе, и Аллах сделал так, что они забыли сами себя». То есть Аллах, или же Аллах Субхану Тааля сделал так, что они забыли его. Хорошо, то есть имеется в виду, что человек сам не задумывается об Аллахе Субхану Тааля, ничего не повторяет, не изучает и так далее. И поэтому он сам является причиной своей забывчивости, что он забыл об Аллахе Субхану Тааля, сделал то-то, то-то и так далее. Или же, то есть, даже из знания, когда он не повторяет что-то важное, хорошо, то есть впал, например, человек, например, 45 лет. Сколько раз он уже постился, хорошо, раз 30, может, 40 постился и так далее. То есть, ну, не 40, но 30 раз постился и так далее. И человек что-то упустил из числа, то есть, поста где-то. То есть, какие-то вещи, например, совершил, то есть, саити со своей супругой в день Рамадана. И он знает, что это недозволено. Ну, вот забыл он. Забыл каким образом? Не забыл, что он Рамадан. Хорошо, то есть, а каким-нибудь другим образом. То есть он сам виноват, и сколько лет уже прошло. То есть ты придешь и скажешь: «Аллах, я забыл об этом, что это нельзя». Как ты мог забыть об этом, Субхану? Как ты мог забыть об этом? Аллах муста. Второй вид — это что? Это «науун юзару фии», то есть это вид, в котором, то есть, человек оправдан. «Вагуа ма лям якун сабабу гумин», то есть это то, что не было по причине него. Просто не вспомнил человек.
Просто вот забылся он о том, что, например, тот же самый день Рамадана, когда он забыл, что сегодня Рамадан, в принципе, забыл я, субхана, я почему-то думал, что Шаваль, или же почему-то думал, что так, и покушал, например, или же забыл о посте, или же человек постится понедельник, четверг, например, и в понедельник днем хорошо покушал, или же воды попил, или же еще что-то, голова разболелась, он не задумавшись взял таблетку и запил ее, и потом, субхана, я же пощусь. Хорошо, то есть это нет проблем, то есть почему, что, то есть это не было, то есть каким-то образом, что он не задумывался о своем посте, не оберегал пост, нет, это что-то, что случилось, и более того, то есть у нас, аль-хамдулиллах, на эту тему есть хадис, что посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, что это Всевышний Аллах, субхантара, то есть накормил такого и напоил, или же как человек, который совершил три раката зухра, например, и дал салям, и ему напомнили, сказали, ты три раката сделал, еще один нужен, субханаллах, то есть он что делал, он как-то беспечно относился, там, не изучал религию Аллаха, субхантара, и думал, всегда ты по три раката делал, нет, он всегда совершал 4 раката, но что-то случилось, на что-то отвлекся, что-то забыл и так далее, просто не досчитал и хорошо то сделал, например, 3 раката. Аллах субхана ва тааля поэтому говорит: «Раббана ля туахидна ин насина ау ахтана». О Господь наш, не спрашивай нас за то, что мы забыли или же то, где мы ошиблись. И пророк, алейхиссалату вассалям, рассказал в хадисе, что Аллах субхана ва тааля ответил на это дуа, сказав: «Я так и сделал». Там, то есть это очень, как мы и говорили, важные тоже причины из причин, которые ослабляют веру человека. То есть также третье, хорошо, это фиалюль маасы вартикабы зунуб. То есть это естественно, это совершение, то есть напрямую совершение грехов и ослушание Всевышнего Аллаха Субхандра, естественно, также уменьшает и ослабляет веру человека. То есть тоже, что нужно знать, что Аллах Субхандра, то есть в Коране и в Сунне у нас указание есть на то, что то есть есть большие и малые грехи. Аллах Субхану Тааля сказал: «Ин таджтанибу кабаир ма тунхауна анху, нукаффиру анкум сайиатикум ва нудхилькум мудхалан карима». Говорит Аллах Субхану Тааля. Если вы будете, то есть, избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то мы простим ваши малые злодеяния и ведем вас в почтенный вход, то есть имеется в виду в райские сады. Поэтому, то есть, у нас есть в этом аяте указание на то, что из грехов бывают большие грехи и бывают малые грехи. Также Аллах Субхану Тааля сказал: «Аллядина яджтанибуна кабаир аль-исми валь-фавахиша илля ль-лама». Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков. То есть это описание кого? Праведников. То, что какие-то малые грехи, человек в любом случае где-то впадет в это. Но именно, то есть постоянство или же то есть совершение больших грехов, хорошо, то есть совершение больших грехов ни в коем случае, то есть не постоянствует человек в этом. Хорошо, можно ли сказать о человеке, который постоянствует в больших грехах, что он кафир, тем, что он дозволил себе эти грехи? Человеку ты говоришь: брат, это не дозволено, это большой грех. Он говорит: я знаю, но я буду его совершать. Говорит: я буду его совершать, даже несмотря на то, что это запретно. Даже если так, этот человек не выходит из ислама. И тот, кто говорит, что подобный человек выходит, этот человек заблудился, субхана, заблуждением хаварич. Заблудился заблуждением хаварич, который заявляет о том, что человек, упорствующий в больших грехах и выходит из ислама, это неправильно ни в коем случае. То есть человек, упорствующий в больших грехах, этот человек является нечестивцем. Хорошо, то есть человек законченный человек, субханаллах, то есть он на волоске от своей веры, но вместе с этим, хорошо, он не выходит из лона ислама. Аллаху мустаан. Просим Аллаха субхана ва тааля уберечь нас от больших грехов. То есть понятное дело, что то есть, много у нас указаний в Коране на то, что то есть, грехи ослабляют веру и так далее. Также, то есть, что касается деления на большие, на малые грехи, имам Муслим передает хадис Абу Хурайры, что он говорил, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ас-салавату аль-хамсу валь-джумуату иля аль-джумуату ва рамадану иля рамадан мукаффирату лима байнахунна иза джтуни баль-кабаир». Говорит: пять молитв. То есть от одной до другой молитвы, от джумуа до джумуа, от рамадана до рамадана, то есть каждая из этого будет что? Прощением грехов, кроме больших грехов. То есть если человек не совершает большие грехи, остальные все будут прощены между молитвами. То есть человек, даже праведный, непременно грешит какие-то малые грехи. Искуплением этих грехов будет что? От молитвы до молитвы. То есть между зухром и асром он совершал грехи, помолился аср, Аллах субхана ва тааля простил им эти грехи. Кроме чего? Кроме больших грехов. Почему? Потому что большой грех нуждается в чем? В покаянии. Нуждается в покаянии. Также, то есть, имам аль-Бухари и Муслим передает хадис Абдурахмана ибн Абу Бакра, радиаллаху анху, ан абихи, то есть от его отца Абу Бакра, то есть там рабутой. То есть Абу Бакра это Нуфей ибн Харис ат-Сакафи, это не Абу Бакр, радиаллаху анху, не Абдулла ибн Утман ат-Тайми аль-Хураши, а Нуфей ибн Харис ат-Сакафи.
Кама, то есть кунна говорит, он сказал, кунна инда расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям факаль. То есть мы были у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал: «Аля унаббиукум би акбариль кабаир», рассказать ли мне вам о самых страшных из больших грехов? Саляфан, то есть он трижды повторил это и сказал: «Аль ишраку билляхи ва укукуль валидейн ва шахадату зур». То есть сказал: приобщение Аллаху субхану ва тааля кого-либо в сотоварищи, ослушание родителей и также лжесвидетельство. Также имам аль-Бухари и Муслим, то есть рассказывает, что пророк алейхиссалату вассалям был спрошен: «Айю дзамби акбару индаллах», то есть хорошо, то есть что за грех самый большой перед Всевышним Аллахом субхану ва тааля. Кто спросил его этот вопрос, кто знает? Хадис чей, то есть кто передал этот хадис? Хадис Абдулла ибн Масуда аль-Хузайли радиаллаху анху. Хорошо, то есть спросили, то есть какой самый большой грех? Он сказал: «Антад'у алилляхи ниддан ва ухалахак», взывать кому-то помимо Аллаха субхану ва тааля, в то время как он тот, кто создал тебя. Хиля сумма, а и затем было сказано, а какой следующий плохой грех? Сказал: «Антактуля валядака махафата ан ят'ама маак», чтобы ты убивал своих детей, боясь, что они будут кушать вместе с тобой, то есть боясь бедности. Хиля сумма, а и затем было сказано, а какой за этим грех? Кала антазния бихалилати джарик, то есть совершение прелюбодеяния с женой своего соседа. То есть это самое худшее. То есть субханаллах, зина, оно в принципе, то есть ужасный грех, но совершение такого предательского греха — это еще хуже. Ученые говорили о том, что то есть разница между большими и малыми грехами: мало — это все то, что запрещено, большое — это то, что запрещено, и есть какой-то, то есть дополнительный фактор, то есть запрещающий, как, например, обещание огня, или же то, что пророк алейхиссалям сказал, что он не причастен, или же проклятие посланника алейхиссалям и так далее. То есть какой-то жесткий запрет, да, или же, то есть если за это есть какое-то шариатское наказание и так далее, то есть это у нас является чем? Является, то есть большим именно грехом, Аллаху мустаан. Обязательно является, то есть что? Покаяться от этого греха, и то есть и Аллах субхану ва тааля тогда простит. Хорошо, а может ли Всевышний Аллах субхану ва тааля простить большой грех просто так, без покаяния, даже если человек умер на большом грехе? Да, может, и это заблуждение аль-сунна валь-джама. То есть кроме чего? Кроме ширка. Малый ширк не прощается. Малый ширк, в любом случае, человек обязательно, то есть будет отвечен за малый, ответит за малый ширк. Малый ширк через забой пройдет, да? А? Малый ширк, ученые сказали, что то есть он, во-первых, не прощается. Некоторые более того сказали, что если человек умер с малым ширком, не покаявшись за него, он непременно зайдет в огонь. То есть нету никакого очищения, нету никаких грехов, которые очистят его от малого ширка. Он обязательно должен будет вкусить адский огонь, и только тогда выйдет. Это, то есть, понимается из некоторых слов шейху аль-Ислам ат-Тайми, из современников это говорил шейх Раби аль-Мадхали. Из его, то есть, тафсиля в этом вопросе. Аллаху тааля алям, то, что кажется ближе к истине, что человек, то есть, может своими благими деяниями покрыть, то есть, малый ширк, но малый ширк прощен не будет. То есть, это не из тех грехов, которые Аллах субхану тааля просто может простить человеку. Почему? Потому что Аллах субхану тааля сказал: «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака би». Аллах субхану тааля не прощает любое приобщение ему кого-либо в сотоварищи каким-либо образом, и прощает все, что меньше этого. То есть, ва яхфиру ма дуна талика лимаша, прощает то, что меньше этого, тому, кому пожелает. И поэтому то, что меньше, то есть человек убил, хорошо, то есть человек убивал, грешил, грабил, там, прелюбодействовал и так далее, Аллах субхану тааля может это простить им. Но если человек говорил «ван наби», говорил «я клянусь пророком», или же говорил «ты так пожелал Аллах и ты», хорошо, то есть или же клялся, то есть как мы говорим, то есть не Всевышним Аллахом субхану тааля. Причем эти братья клятвы не Аллахом субхану тааля, очень часто, хорошо, то есть бывают либо же в каких-то народах, которые мамами клянутся, например, или же бывает даже в шутку детей учат. То есть я помню, то есть еще когда был шпаненком, хорошо, говорили «клянусь соседским поросенком». Смешно, как бы шутка и так далее, но это субхана шутка ширком. То есть почему никто не говорил «побойся Всевышнего Аллаха субхану тааля»? То есть это шутки, то есть есть, хорошо, то есть в шутке есть свои границы. Шутить малым ширком не дозволено ни в коем случае. Или же когда даже сюда заходит, как шейх Ибн Бас говорил, хорошо, когда некоторые братья говорят, что кто-то помолился, например, в хараме и пришел, в то время как другие, например, помолились в мечети рядом, и они его трогают, говорят: «О, машаллах, баракатный». Это табарок, малый ширк, субханна. Это шутка, но шутка чем? Шутка ширком, субханна. И очень часто даже хорошие братья в это впадают, в это хорошо, то есть входят в Аллаху мустаан. Насаллаллаху алейхи ва саллям. Затем, братья, четвертая причина, ослабляющая веру, это что? Аннафсу ляммарату биссу. Это душа, которая постоянно велит тебе, совершение греховного. Естественно, то есть в данном случае она будет либо причиной, увеличивающей веру, либо же причиной, то есть ослабляющей веру. В каком случае она будет увеличивать веру, в каком будет она случае ослаблять веру? А?
То есть, если ты ослушаешься эту свою душу, ты что? То есть у тебя будет увеличение веры, потому что она тебе приказывала что-то плохое, и ты, ослушавшись ее, послушался Всевышнего Аллаха. Смотри, если же ты совершишь то, что хорошо, то есть повелевает тебе эта скверная душа, то ты обязательно, то есть, получишь за это грех. Упование на кого-либо, кроме Аллаха, субханаху, является ширком, потому что это излияние сердец, которое, то есть, это большой ширк. Что касается показухи, да, показуха, опять же, если она в основе религии, то это, естественно, ширк большой и выводит человека из ислама. Если же в каких-то деяниях, и основа была, то есть, что это деяние было совершено ради Аллаха, субханта, но человек желал, чтобы люди его увидели и похвалили за то, что он вот поклоняется Аллаху, то есть, это малый ширк, да, и это, то есть, тоже скверное деяние, Аллах, субханта, не прощает ширку Аллаху. Если вообще полагаюсь на тебя, большой ширк, полагаюсь на тебя, что значит? Нельзя это говорить. Полагаться, когда ты говоришь полагаюсь на тебя, это словами ты в ширк впал или же впал в сердце? Вот здесь нет. Разница между упованием на Всевышнего Аллаха субханаху и сказать я уповаю, то есть я полагаюсь на тебя. Разница есть или нет? Разница огромная. Если мы говорим про деяние сердец, то человек выходит из ислама. Сразу. Человек выходит из ислама, если он уповает на какого-то там шейха, который погребен где-то, что он ему поможет и так далее. Человек выходит из ислама. Да даже на живого, какая разница? То есть, если он уповает на него таким образом, как уповает на Аллах, то человек выходит из ислама. Если же он сказал, то есть у нас, что такое малый ширк? Многие ученые сказали, что в принципе малый ширк это ширкуль альфаз. Что входит в малый ширк это только те вещи, которые на языке являются ширком, но человек не подразумевал этого. Человек, который говорит, например, так пожелал Аллах и ты. Ни один человек, который это говорит, не имеет в виду, что Аллах субхану тааля пожелал, и точно так же пожелал ты. Если бы не пожелал ты, не пожелал бы Аллах, это никто так не говорит. Имеется в виду, пожелал Аллах и ты, имеется в виду, каждый человек пожелал Аллах, а затем ты. То есть Аллах субхану тааля пожелал, предписал это, и ты стал причиной того, что то есть, это пожелание, то есть хорошо, то есть свершилось там, и так далее, и тому подобное. Но в языке это ошибка, как будто бы ты поставил их в один ранг. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, аджальта лиллахи ниддан, ты сделал меня то есть, равным Аллаху. Нет, то есть говори, маша Аллаху сумма шит, сначала пожелал Аллах, затем пожелал ты и так далее. Поэтому если человек говорит таваккальту алейк, я уповаю на тебя, имеется в виду то, что он имел в виду языком, то, что я полагаюсь с детства на Аллах субханта, но надеюсь, что ты мне там поможешь и так далее. Этот человек, этот самый, то есть не выходит из ислама, это малый ширк. Что касается деяний сердец, когда мы говорим, что человек уповает на кого-то, кроме Аллаха, это ширк, большой ширк, выходит человек из ислама. Разница огромная между деяниями сердец и деяниями языка. Аллах субхану тааля сказал, рассказывая про то есть, жену того то есть, правителя, который был во времена Юсуфа, «Вама убарри у нафси инна нафсаля аммаратум биссуи илля ма рахима рабби, инна рабби гафуру рахим». То есть она сказала, я не буду себя оправдывать, ведь душа человека постоянно повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердие, поистине мой Господь прощающий милосердие. Также Аллах субхану тааля сказал, «Валяуля фадлю Аллахи алейкум рахматуху мазака минкум мин ахадин абада». Говорит Аллах субханаху ва тааля, «Если бы не милосердие и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда бы не очистился». Говорит, то есть никто бы никогда из вас не очистился. То есть имеется в виду его скверная душа, так и оставалась бы скверной. Также Аллах субхану ва тааля сказал к самому своему любимому из творений, «Валяуля ан саббатнака лакад китта таркану илейхим шейан калиля». Говорит, если бы мы не поддержали бы тебя, то ты бы уже действительно склонился бы, то есть немного на их сторону. То есть, или же когда ты уже собирался склониться на их сторону, Аллах субхану тааля поддержал тебя и уберег тебя от этого. И также пророк, алейхиссалату вассалам, обучая своих сподвижников, обучал такой вещи, которая называется хутбатуль хаджа. Вступление, то есть каждое вступление, каждое хутбе говорил, что «Инна альхамда лиллах» или же «Альхамду лиллахи нахмадуху, ванастаину, ванастагфиру, ванауду биллахи мин шурури анфусина, мин сайяти амалина, ман яхдихи Аллаху фала мудилля, ва юдлил фала хадия ля». Говорит, то есть хвала Всевышнему Аллаху субхану тааля, которому восхваляем, просим у него помощи и просим у него прощения, и мы прибегаем к Аллаху субханаху ва тааля от зла наших душ. И также от скверных наших деяний, тот, кого поведет Всевышний Аллах субхану тааля, никто не заблудит, тот, кого заблудил Всевышний Аллах субхану тааля, никто не сможет повести его по прямому пути. То есть, и поэтому мы знаем, то есть, как мы и сказали, что то есть, душа, она всегда велит человеку все скверное и плохое, и, то есть, и спасется только тот, кто будет крепко держаться Всевышнего Аллаха субхану тааля и пытаться спастись от этой души.